Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери, услыши меня, грешную и недостойную рабу Твою. Имя. Господи, в милости Твоей, власти чадо мое. Имя. Помилуй и спаси его, имени Твоего ради. Господи, прости ему все согрешения, вольные и невольные, совершенные им пред Тобой. Господи, наставь его на истинный путь заповедей Твоих, и вразуми его, и просвети светом Твоим Христовым во спасение души и исцеление тела. Господи, благослови его в доме, около дома, в поле, работе и в дороге, и на каждом месте Твоего владения. Господи, сохрани его под покровом Твоим святым от летящей пули, стрелы, ножа, меча, яда, огня, потопа, от смертоносной язвы и от напрасной смерти. Господи, огради его от видимых и невидимых врагов, от всяких бед, зол и несчастий. Господи, исцели его от всяких болезней, очисти от всякие скверны, вина, табака, наркотиков, и облегчи его душевные страдания и скорби. Господи, даруй ему благодать Святаго Духа на многие лета жизни и здравия, целомудрия. Господи, дай ему свое благословение на благочестивую семейную жизнь и благочестивое деторождение. Господи, даруй и мне, недостойной и грешней рабе Твоей, родительское благословение на чадо мое в наступающее утро, дни, вечера и ночи имени Твоего ради, ибо Царствие Твое вечное, всесильно и всемогущее. Аминь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй.